дышать. Если бы ты знал, как болит, если бы ты видел мою печаль в лицо, ты бы знал, что она говорит. И не важно, что ты сказал, ведь не важно, что, а как. А я тебя услышала, я поняла, да и ты далеко не дурак. Снова стою одна, снова курю, мама, снова. А вокруг тишина, взятая за основу. Снова стою одна, снова курю, мама, снова. Печальный момент. Вот как тут не спросить, где стакан? Да вроде бы нашли пятый элемент, разделив его напополам. И не важно, что ты сказал, ведь не важно, что, а как. А я тебя услышала, я поняла, да и ты далеко не дурак. Снова стою одна, снова курю, мама, снова. А вокруг тишина, взятая за основу. Снова стою одна, снова курю, мама, снова. А вокруг тишина, взятая за основу. Если бы ты знал, как мне жаль, если бы ты знал, как болит, если бы ты видел мою печаль в лицо, ты бы знал, что она говорит. Да не важно, что ты сказал, ведь не важно, что, а как. А я тебя услышала, я поняла, да и ты далеко не дурак. Ирина Климова. Вика, я знаю, как у нас в нашем цеху драматических артистов, мы ходим смотреть спектакли, смотрим фильмы своих коллег, и обязательно, как бы, так, ну, бывает такая, знаете, ну, зависть, что ли, белая зависть, как все говорят. На самом деле восхищение, когда ты видишь талантливую работу своих коллег, идешь за кулисы, в гримерку, говоришь, боже, как прекрасно, ребят, поздравляю с победой. А вот у артистов эстрады есть такое, когда ты вдруг слышишь песню и начинаешь искать телефон, говорит, слушай, потрясающая песня, я тебя поздравляю, это так здорово, это прям такая... Вот существует такое? Я не знаю, как у артистов эстрады, но у нормальных людей, творческих, самодостаточных, это чувство всегда есть. Всегда приятно обогатиться. Да. Я здесь отвечаю за красоту. Женщина блистательна, прелестна, прекрасна. Я увидела молодую Гурченко. А ваша оценка какая? Та
поставлю туза. Мне понравилось. Очень красиво все сделано. Молодец. Именно красиво, потому что, как говорил классик, русский классик, красота спасет мир. Я не очень люблю этот жанр именно, но песня блистательно исполнена. Супер, молодец. Спасибо. Александр Васильевич, а вот если сделать мужской вариант, ну, предположим так, снова сижу один, ем пельмени снова. Снова курю, курю, о, мамаджан. Мамаджан, нет, вариантов много. Папа или мама? Вот у меня эта песня с этим образом, который сейчас мы видели, и который сейчас имеем удовольствие созерцать, никак не вяжется с содержанием этой песни. У меня эта песня всегда ассоциировалась, такой персонаж этой песни, такая вокзальная буфетчица или тетка, стоящая на розливе пива. И как трудно бороться вот в этом образе с содержанием песни. Вот это самое, по-моему, трудное было, чтобы вот этот образ победил вот эту буфетчицу вокзальную. Красота победила, Саша. Красота победила. Я поставлю туза именно за то, что это нелегкий труд победить вот буфетчицу вокзальную, я скажу вам честно. А знаете, почему трудно победить? Был соблазн, был. Знаете почему? Потому что у нас на вокзале буфетчица сидит как богиня, понимаете? Александр, вам слово. В этом случае у меня абсолютно не было никаких ассоциаций с текстом. Я видел красивую женщину, которая немножко кокетливо играет. Немножко чуть-чуть. Черную вдову. Да. Нет. Как знаете, как в том говорят, в том анекдоте, не надо петь, ходи туда-сюда. Да. Слова не имеют никакого значения. Мне очень понравился номер. Мне очень понравилось, как он был сыгран. Мне понравилось, как это было спето. Интенционно чисто, правильная подача. Но немножко было, мне кажется, чуть-чуть вот такого стёба, очень перебор был. И два раза платок, мне кажется, это тоже многовато. Достаточно было один раз это сделать. Ну, прям уже так. И было бы так просто тонко, идеально. Вообще. Но я ставлю туза. Спасибо. Александр Яковлев. У меня все сошлось абсолютно. Абсолютно все сошлось. Слова, музыка, образ, шикарная... Дорогая женщина, приехавшая в свое время в столицу, заработавшая денег, много пережившая, интонационно прекрасно были пару моментов таких красивых, были очень красивых. Ну, умница просто, все идеально сделано. Я думаю, что Лене Ваенге понравится безумно. Ваша оценка, Александр Яковлевич? Туз, конечно. Ирина Климова, которая сегодня заработала 4 туза. Вот они, эти женские хитрости.